И снова здравствуйте! Вас приветствуют последние новости. В этом выпуске в центре нашего внимания Кантен Фийон-Майе. Французский биатлонист Кантен Фийон-Майе заявил, что спортсмены национальной команды раньше находились в тени успехов пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада. Он также отметил, что иногда это было их преимуществом, однако часто приносило разочарование. Кроме этого, он отметил, что Мартен дал им опыт и повышенное внимание средствам массовой информации. Однако он посетовал, что когда они выигрывали эстафету, она часто оставалась гонкой Мартена Фуркада. Напомним, что на чемпионате мира в шведском Эстерсунде Фуркад не выиграл ни одной медали, а Фийон-Майе завоевал две бронзы в спринте и в пасьюте. А нам остается только гадать, прав ли был Кантен Фийон-Майе, поделившись такой информацией. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы будем также рады вашим лайкам и конструктивным комментариям. До новых встреч!